довязываем последний веерочек. Это получается 7. 1, 2, 3, 4, 5. И вот в последний наш столбик мы вкалываемся, просто соединительной петлей провязываем. Закрепляем. Все. Вот такая штучка, покуда у нас получилась. Ниточку мы можем проложить между нашими вот этими, чтобы нам не путалась она не в серединку. Продеть ее наше вязание. Но мы переходим сюда. Здесь мы с вами провязали 10 столбиков. Затянули. И смотрите, подкалываемся вот сюда. Где мы, откуда мы с вами начинали вязать. Вот. Вот это получается голова нашей курочки или петушка, как кому нравится. И провязываем, обвязываем наше вязание. Тут столбик в столбик предыдущего ряда. Так вот мы обвязываем до конца. Вот